варианте. Это не поросячий розовый, но он, в принципе, яркий все равно. Круто смотрится с кроссовками, которые я также заказала на Алиэкспресс. Неужели, наконец-то, они не пришли? Они друг друга дополняют, получается классный, стильный образ. В этом же магазине я нашла два классных платья, ну, в общем-то, их там гораздо больше, но я остановилась именно на этих. Платье в полоску просто. Во-первых, я люблю полоску, во-вторых, она мне идет. В-третьих, это платье хорошо на меня село, вообще скроено, но, в принципе, неплохо, за исключением рукавов. Немножечко стесняет движение, но я готова, если честно, простить ему это, потому что оно сидит на мне очень классно. Еще одно платье, которое заказала с этого магазина, это нежнятина, нежно-розовое, такое струящееся. Я думала, что оно будет достаточно тяжелым и как-то утяжелять мой образ и вообще меня, в принципе, с моим ростом 1,55 м. Но когда оно пришло, господи, оно просто невероятное, просто нежное, воздушное, очень женственное, подчеркивающее просто все достоинства. Еще одно платье, которое я заказала, оно, конечно, больше относится к летнему периоду, но это такой красивый очень сарафан. Мне очень понравилось, как он смотрится на фото. Все эти платья достаточно бюджетные, но смотрятся они намного лучше и дороже, нежели они стоят. Сарафанчик тоже, мне кажется, хлопок с добавлением, и при этом достаточно красивая сама по себе ткань.